выехали с большой гуманитарной помощью в зону СВО. Делегация во главе с руководителем религиозной организации «Бабуль Абваб» Арифом Хаджисаидовым отправилась в зону СВО, чтобы передать военнослужащим и детям-сиротам гуманитарную помощь. Делегация встретилась с военными, среди которых контрактники, добровольцы и мобилизованные из Дагестана. Гуманитарный груз состоял из продуктов питания и средств первой необходимости. Огромное спасибо хотим сказать всем жителям Республики Дагестан, религиозной организации «Бабуль Абваб» за предоставленную помощь для военнослужащих и местного населения Луганской Народной Республики.